Ну, абсолютно согласен с тем, что они обгоняют Шабутани. Безусловно, две пары, которые могут соревноваться, российские спортсмены и канадцы. Но не согласен с такой технической оценкой. Опять-таки же говорю, что у россиян она очень сильно занижена. Ну, а мы с вами переходим к безусловным триумфаторам канадского этапа. Ванесса Крон и Пол Пурье. Посмотрим, будут ли они также удивлять нас своими высокими результатами и на этих соревнованиях. Ванесса Крон, Пол Пуарье, катавшиеся под композицию «Fallen», но не упали ни разу. И это прекрасно, когда никто не падает. Какой простор для судейской работы. Да, вы знаете, несмотря на то, что падение никогда не препятствовало победе, действительно, канадским спортсменам удалось практически безупречно откатать свой короткий танец. Ну, как-то здесь... это же ерунда. Ну, это небольшой сбой на твизлах. Ну, поставят там одну троечку, понизят уровень. Да с четвертого на третий. Может, минус поставят. Да, но учитывая, что там господин Жуковский, который, видимо... имеет какой-то свой собственный взгляд на правила, то, конечно же, он не увидит этой тройки, как и то, что в этой поддержке
угол между ногами партнерши больше 45 градусов. Но, тем не менее, друзья, давайте смотреть реально. Вот прыжочек на скобе. Да много есть к чему здесь придраться, но, конечно же, жукивский жуков, наверное, каких-то из Чернобыля понасобирал и разводит их в технической бригаде, вместо того, чтобы наблюдать за элементами. Ну а что, ему никто не перечит в технической бригаде, что ли? Там же 3 человека. Наверное, решение же принимается не одним человеком. Безусловно, решение принимается коллегиально. И один человек в технической бригаде не воин. Видимо, жуки проникли еще куда-то. И к техническому контролеру из Соединенных Штатов Америки. А также прекрасной ассистентке, представительнице Италии. Ну что ж, будет ли personal best, друзья? Нет, personal best не случился. Personal best не случился, и мы с вами видим, что достаточно близко располагаются два канадских дуэта.